Исова, ведь ничто не греет душу так, как старые добрые ламповые песни под гитару. Музыкой Полина занимается с детства. На самом деле она играет на двух музыкальных инструментах, но она это тщательно скрывает, потому что выступает только с гитарой. И выступает она довольно часто. Мы все очень любим ее, когда она приходит, и так сразу на душе тепло, хорошо. Прям вот сидела бы с ней всю жизнь и слушала, как она играет на гитаре. А вы сами, кто-нибудь из вас играет на гитаре? Вот, там так. Да? Это просто замечательно. Мы вас будем ждать на следующем Students Time. Вот здесь вот на этой сцене. У Полины есть фанаты. Преданные и верные фанаты. Я тоже твой фанат на самом деле. Ну что ж, давайте поддержим Полину аплодисментами. Сейчас мы узнаем, чем же она нас удивит сегодня. Готова? Да. Всем добрый вечер. Я тут по бард-року. Так, ну в общем, я буду просто петь песни и все. All I have is a man. I want the world in my hands. I hate that bitch, but I stand in California with my token sand. Sleeves in the sweater, let's have an adventure. Had it clouds, but the rabbit is better. Touch my neck, now that you're. It's too cold for you.